Значит, получается, что чиновника сажают в кресло, пристегивают к нему датчики и спрашивают, взял ли ты денег. Мне кажется, что это нецелесообразно, поскольку взял чиновник денег или не взял, видно по его поступкам. Если следующее решение, которое он принимает, противоречит законодательству, а я надеюсь, что у нас в Государственной Думе люди знакомы с российским, с московским законодательством, в крайнем случае у нас есть база «Консультант Плюс», чтобы можно было по ней проверить, вот тогда и будет все ясно, кто брал денег, а кто не брал. Потому что очень много законов и решений принимаются у нас, конечно, в обход законодательной базы.